Новосибирском районе. Человеку стало плохо на работе. Набирает номер 103. Звонок по вызову скорой принимают в Чебоксарах. И так со всех районов Чувашии. По единому номеру попадают в колл-центр. Насколько оперативно принимают звонки и как координируют работу скорых по всей республике, расскажет Ирина Волкова. Смотря какая бригада, можем отправлять сразу с... Это вот, например, Цивильская. Здесь Цивильская уже, мы видим, уже раз, два, три, четыре, пять машин стоят. Круглые значки машины скорой на вызов отправят ближайшую свободную. Информация о пациенте, обработанная в колл-центре, поступит на планшет бригады. Возраст, предварительный диагноз, адрес, вплоть до аудиозаписи звонка в скорую. Здесь бригада представляет все этапы вызова. Выезд, прибытие, начало транспортировки, прибытие в ЛПУ и принятие в ЛПУ. Также здесь можно прослушать разговор диспетчера с пациентом. Женщине 47 лет, давление 230 на 170. Ей плохо? Если вызов сложный, пациент тяжелый, то мы можем из любой подстанции по принципу наибыстрой доступности направить любую врачебную бригаду в село, в район, для того, чтобы оказать квалифицированную медицинскую помощь. И планшеты фельдшеров, и машины отслеживаются системой ГЛОНАСС. На вызове или только едет, с какой скоростью и сколько в баке топлива. Эта информация помогает оперативно распределить бригады. Все же, в первую очередь, старшие смены ориентируются на данные от диспетчеров, которые, кстати, с медобразованием и обучены психологическими службами. Опрос по телефону профессиональный, в соответствии с алгоритмом. Вы рядом с больным находитесь? Работы нет, судорог нет? Ваш адрес будет оформлен. Максимальная точность, чтобы направить конкретную бригаду – фельдшерскую, врачебную или реанимационную. На станции два старших врача консультируют фельдшеров, решают спорные ситуации, уточняют диагнозы. Двое на направлении, 9 человек принимают вызовы. И так круглые сутки. Среднее время ожидания до 18 секунд, 19 секунд. То есть это очень хорошее время ожидания. И вообще более 90% у нас до 30 секунд звонки принимаются. Централизовать службу скорой медпомощи Чувашии удалось благодаря компактности республики и достаточно развитой транспортной навигации. В этом году мы планируем реализовать функцию автоматического распределения вызовов. Это уже будет программа сама определять ближайшую бригаду. Согласно статусу и повода будет рекомендовать определенные бригады, которые будут принимать вызов в автоматическом режиме. Сейчас среднее время ожидания бригады по Чувашии 11 минут 18 секунд с момента поступления вызова. Ирина Волкова, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев. Республика.